Я рад всех приветствовать. Вот такой обзор на программку Mixamafus. И давайте попробуем здесь собрать какого-нибудь персонажа. Есть здесь такие вот головы. Так вот, женские головы, мужские. И выберем какого-нибудь. Ну, давайте. Так, ну вот можно вот этого. Прикольно, я его раньше где-то видел. Вот тут этого возьмем персонажа в маске. Нажимаем, ждем. У меня немножко тут может будет долговато все. Но я смонтирую и как-то это постараюсь уплотнить. Вот такая сетка. Это вот один рендер. Если переключимся на второй, то получается вот уже сейчас он подгрузит текстуры. Вот так, зажав левую кнопку мыши, можно крутить. Ну ничего, так прикольный персонаж. Ну давайте теперь мы выберем тело. Так, мотаем, мотаем. Женские тела, полные тела. Ну вот этого качка подберем, наверное. Что-то многовато. Что-то большевато дюжить. Выходит. Ну а так-то в принципе ничего, так персонаж будет обалденный. Давайте теперь ноги ему выберем. Так, здесь где-то должны быть еще... Так, камера, зум, камера опять же. Так, это манипулятор. Передвигать. В принципе, ничего тут такого. Так, это еще можно что-то здесь выбирать. Редактировать. В принципе, прикольно. Так, отключим пока и попробуем найти именно размеры. Так, текстуры. Вот. Up in. Все на английском. Lego Head Face. Так, Face Tear. И попробуем тут ползунками немножко поработать. Все на нолях. Так, ну давайте теперь добавим ноги. Так, выберем какой-нибудь вот этот копыта. Главное, чтобы они не получились меньше тела. Будет очень интересно. Так, вот уже гражданин подсобрался. Вроде все нормально. Это, видать, голова такая маленькая. Ну и теперь ручонки. И посмотрим, что получится. Ну вот уже что-то радужней. Уже нормальный такой перс. И мышцы, и голова, и ноги. Можно немножко его тут доработать. Потом будет в ZBrush или в Blender. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так, это у нас лег, ноги, торсо и голова. В принципе, все. Руки, ноги и так далее. Что это за клотик? О, вот теперь появилась одежда. Так, смотрим, выбираем женские платья. Так, что еще подойдет для этого гражданина? Ну, наверное, вот эта вот красная штука под красную маску. Вот так вот. Да, ядреные батоны. Вообще шикарно. Так, ну вот уже супергерой. Надо штаны ему найти еще. Так, что тут есть? Вот штанишки. Надо что-то в таком же стиле ему подобрать. Тут юбки есть, штаны. В принципе, не надо ничего уже моделировать. Нужно просто переделывать. Ну вот эти штанишки выберем. Вот так вот. Ну вот уже персонаж прям готов. Так, что тут еще есть? Обувь. Так, смотрим обувь. Ну давайте ботинки. Без ботинок никак. Во, уже еще красочнее, радужней. Можно бы, конечно, ему было и сапоги какие-нибудь подыскать. Тут большинство женских, кроссовки вот они есть. Так, что еще тут есть? Прически.
Прически тоже хорошая штука, если скачать в какую-нибудь программу, использовать, чуть переделывать их. Ну, прям хорошее количество их тут. Так, ну ему прическа не нужна. Смотрим, что тут еще. Вот очки есть по прошлым роликам в Blender. Уже ничего и делать не надо. Уже все готовое есть. Осталось только компоновать. Ну, вот эти очки можно подобрать. Вот так вот. Ну вот уже вообще классно. Так, ну очки не надо, мне потом нужно будет именно лицо его полностью. Так, есть бороды, есть перчатки. Ну вот можно вот эти перчатки ему применить. Пусть будут. И посмотрим, как это, если в ZBrush разобьется на саптулы, вообще будет шикарно. Можно будет все это дело скинуть в ZBrush, кое-где что-то может переделать, где-то уменьшить, подтянуть по талии там. И уже это все дело потом использовать. Так. Есть маски и есть усы. Вот такая штука, усы надо добавить, наверное, тоже. Ну вот уже персонаж собран. Вот такой прикольный чел. Так, эту боковину можно еще убирать, делать поменьше. Что тут еще получается? Так, передвигать больше можно, меньше делать. Так, еще вот этот попробуем рендер. Это уже сетка. Прикольная сетка тут, я вам скажу. Save Select. Ну и давайте посмотрим текстуры. Patterned, Subfencing, Metal. Вот можно все выбирать и применять, допустим, к разным частям. Вот к перчаткам можно выбрать текстуру. Здесь вот настройки. Ну, словом, надо, чтобы каждый установил и полазил, собрал своего перса. Вот такой четкий товарищ. Вот так все это дело тут. Колесико зажимаете, перетаскиваете. Левая кнопка мыши крутит. Так, а что делает правая? Правая увеличивает, уменьшает. Во.